Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. За даними дослідників, на 100 овуляторних циклів народжується тільки 31 дитина. 69 можливих вагітностей буде втрачено на різних етапах виношування. Сьогодні ми будемо говорити про велике горе тих, хто так і не почув довгоочікуване «мама» від свого малюка, про жінок, яких спіткав викидень. Чому жінкам не можна мовчати про втрату дитини та як пережити горе? Сьогодні про це будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі відкритого психологиня Катерина Міллер. Катерино, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Да. Перед тим, як ми глибше пірнемо в саму тему нашої прес-конференції, я задам таке питання. От чому мені, нашим глядачам, яких не спіткало таке, варто знати про викидень, варто знати про психологічну точку зору цієї проблеми? Достаточно понять, что в Великобритании существует целая ассоциация помощи женщинам, пережившим выкидыш. А в Украине к этой теме относятся почему-то очень поверхностно и считают, что ну, случилось вот такое, ну подумаешь, ну родишь второго. Либо врачи говорят о том, что естественный отбор, ты же понимаешь, что природа сама приняла решение. Но что нужно понимать, что для любой нормальной женщины потеря ребенка, пусть это будет несколько недель беременности, пусть это будет последний триместр беременности, либо этот ребенок прожил несколько дней, либо он прожил несколько лет, либо он прожил 40-50 лет, на любом этапе потеря ребенка для женщины – это самое страшное горе, самое страшное потрясение, которое она только может вообще пережить в своей жизни. И представьте состояние женщины, она потеряла ребенка, она не стала мамой. И кроме того, что ей нужно как-то справиться внутренне с этим состоянием, она еще слышит бесконечно фразы от окружающих: «Да не волнуйся, да ничего страшного». То есть происходит еще и обесценивание ее состояния, непонимание. Она сталкивается с непониманием того, что она чувствует, того, что она испытывает. И это еще усиливает, еще больше усиливает глубину ее переживаний. Скажіть, будь ласка, от дуже часто по відношенню до жінки ми чуємо, що до вагітної жінки ми чуємо: тобі не можна хвилюватися, не хвилюйся. А чи може стрес от вплинути на викидень, стати причиною цього? Безусловно. І любой врач, который наблюдает беременность, он всегда говорит беременной женщине о том, что ей нужно быть максимально спокойной, потому что стресс, он провоцирует возникновение определенных таких негативных состояний на гормональном уровне, которые могут спровоцировать выкидыш. И плюс также стресс, он негативно влияет вообще на развитие плода. То есть даже если ребенок родится, но он может родиться с определенными отклонениями. Поэтому маме нужно помнить, что в течение всей беременности, от начала до конца, надо быть максимально спокойной. Повертаючись до нашої такої головної теми, як пережити втрату, розкажіть, жінка, яка втратила дитину, що вона відчуває, які особливості її психологічного стану у цей момент? Вы знаете, если говорить о классификациях этапов проживания горя, то принято выделять такие три основные классификации. Первую предложила американский психолог, психиатр швейцарского происхождения, очень известная Элизабет Кюблер-Росс. Она выделяет 5 этапов. Первая стадия – это отрицание, потом идет гнев, дальше идет торг, попытки договориться с судьбой, понимание, что я сделала не так. Дальше идет депрессия и принятие. Если говорить о классификации британского психиатра Колина Мюррея Паркса, то он выделяет 4 стадии. Первая – это оцепенение, дальше идет тоска, и на этой стадии характерен гнев. Дальше идет дезорганизация и отчаяние, и потом уже наступает реорганизация поведения. К примеру, американский психолог Вильям Ворден выделяет вообще 20 стадий проживания горя, то есть начиная от шока, не менее отрицания, и заканчивая надеждой, переосмыслением и помощью другим. Что чувствует женщина? Во-первых, это бесконечное, безграничное чувство вины. «Я не смогла выносить ребенка, я виновата». Идет снижение самооценки, «я какая-то неправильная», вот «другие смогли, я не смогла», появляется неуверенность в себе. Меняется восприятие окружающего мира,
И очень важно понимать, что на этом этапе женщине крайне важна поддержка. То есть если родственники выбирают позицию не замечать случившегося, вот ничего страшного не произошло, все нормально, то тем самым они лишь усугубляют негативное состояние этой женщины. Вот здесь важно признать, что произошло горе, горе страшное и непоправимое, что человеку действительно нужна помощь. Про підтримку з боку сім'ї ми теж поговоримо з вами більш детально. Хочеться таке підняти питання. Ми не маємо ж ігнорувати інших членів родини. Ми розуміємо, що для жінки це горе, але у нас ще є батько. Що відчуває чоловік? Чи може він показувати от якийсь свій відчай, свої переживання? Вы знаете, если учитывать статистику, то после потери ребенка достаточно высокий процент разводов. То есть семьи не справляются с этим горем. И понятно, что отец переживает тоже как-то по-своему, но все равно нужно понимать, что основной удар, безусловно, ложится на мать, потому что еще же нужно учитывать, что беременная женщина, у нее особенное состояние гормональной системы. И для того, чтобы ей вернуться в норму, в состояние исходное, должно пройти определенное время. И, безусловно, ей нужна помощь. На первом этапе, вот называется это острая стадия проживания горя, реакция на стресс, здесь обязательно нужна фармакологическая помощь, потому что своими силами зачастую справиться очень сложно. Як же ж правильно ось це пережити, як забезпечити жінку належною підтримкою, як їй допомогти у цьому, у цей період? Во-первых, конечно, если говорить об идеальном, да, то, конечно же, это поддержка членов семьи, потому что если члены семьи предпочитают выбрать тактику «ничего не случилось», ну, это тоже можно объяснить. Дело в том, что вынести горе, чужое горе, нужно уметь. И для того, чтобы справиться с горем окружающих людей, для этого нужно быть внутренне сильным и уметь как-то контейнировать эти эмоции. И вот эти фразы, что ничего не случилось, давай сделаем вид, что все хорошо, на самом деле они определяют то, что человек, который произносит эти фразы, он не может справиться, и он высказывает свое какое-то бессилие, непонимание, незнание, как ему поступить. И хорошо, когда женщину поддерживают близкие, когда поддерживают супруг, когда поддерживают подруги, когда поддерживают родители. Потому что если она остается один на один со своим горем, то, конечно же, это все во много сложнее вынести, во сто крат сложнее. Здесь очень важно помнить, что на первом этапе проживания горя, вот когда только случилось горе, важно ходить. Еще Фрейд писал о том, что должна быть работа горя, он употреблял такой термин, горе нужно прожить. И вот на первом этапе обязательно нужно горе выхаживать. То есть ни в коем случае я посижу дома, я полежу, я поплачу, я посижу, уткнувшись в одну точку. Категорически это не рекомендуется. Человеку надо ходить, такие длительные прогулки. Можно одной, где-нибудь в парке погулять, можно с супругом, можно с подругами. Как вариант, можно завести собаку, тогда уже появится необходимость этих длительных прогулок. То есть самое главное – это ходить. Если женщина замкнется и вот отрежет связь с окружающим миром, это чревато очень нехорошими негативными последствиями. То есть здесь будет депрессия и развитие всевозможных психосоматических заболеваний, что наоборот только усугубит это состояние. Потому что когда женщина переживает выкидыш, обычно врачи успокаивают, говорят, что ну вот 3-6 месяцев ты восстановишься, и можно снова планировать беременность. То есть в большинстве случаев дальше наоборот говорят, что ничего страшного, все нормально, мы продолжаем работать в этом направлении, но нужен перерыв. И вот очень важно в эти 3-6 месяцев не замкнуться, не зациклиться на этом горе, а проработать его и двигаться дальше. Ну, дійсно, ви говорите про те, що потрібна підтримка з боку родини, а якщо її немає, якщо от родина замовчує, не хоче про це говорити, і жінка не отримує цієї належної підтримки, про яку ми говоримо, яка є дуже важливою для неї, де тоді її шукати, куди звертатися? Важно обращаться к специалистам. Во-первых, нужно помнить, что нужна фармакологическая помощь. И нужно обратиться за помощью к психотерапевту либо к психиатру. Это врачи, которые могут назначить фармакологическое лечение. Это уже будет на их усмотрение в зависимости от состояния. То есть либо это будут какие-то
успокоительные препараты, либо это будут антидепрессанты, это уже решение принимает доктор. И работа с психологом, ну не с любым психологом, а именно с психологом, который работает с травмой психики. А в Германии есть целое направление, называется оно психотравматология, и там есть специализирующиеся институты на работе с травмой. В частности, я прохожу обучение у таких специалистов. Именно здесь должна быть работа с травмой психики, именно работа с горем. Короче, звернутися все ж таки до спеціаліста. Самое важное, что нужно помнить, об этом говорят психологи, об этом писал Фрейд, работа горя должна быть пройдена поэтапно. Вот те этапы, которые я называла по классификации Элизабет Кюблер-Росс и Колина Мюррея-Паркса, и Вильяма Вордена. Если работа горя будет пройдена поэтапно, шаг за шагом, и будет проработан каждый из этих этапов, то вот этот этап принятия, он наступит обязательно. Если женщина на первом этапе отрицания будет уверять себя, что у меня все хорошо, я спокойна, она должна быть готова к тому, что она столкнется и с гневом, и с торгом, и с депрессией. То есть обмануть себя не получится. Работа горя должна быть пройдена обязательно, поэтапно. И чем качественнее будет прожит каждый этап, конечно же, с помощью специалистов, не своими силами, а специалистов, которые будут помогать, поддерживать, направлять, тем, соответственно, лучше будет результат и качественно лучше будет жизнь женщины после прохождения этих этапов и выход на этап принятия. А чи може статися таке, що цей вихід на етап прийняття не відбудеться? Если работа будет проводиться при помощи специалистов, под присмотром специалистов, то этап принятия будет обязателен. И существует, ну вот, скажем так, два момента, которые говорят о том, что работа горя пройдена качественно, она завершена. Первое, это человек, это касается не только женщин, переживших выкидыш, это касается любого человека, столкнувшегося с темой горя, с темой смерти, с темой потери. Первое, это понимание безвозвратности, неизбежности происходящего. Человек понимает, что то, что случилось, невозможно переделать, невозможно вернуть. То, что произошло, должно было случиться. И это произошло для того, чтобы. И обычно люди на этапе принятия говорят, что да, у меня изменилось отношение к себе, у меня изменилось отношение к супругу, изменилось отношение к детям, к родителям. Произошла переоценка ценностей. Я пересмотрел вообще всю свою жизнь и понял, что живу как-то не так, теперь оно все будет по-другому. И второй момент – это понимание, что несмотря на прожитое горе, жизнь все равно продолжается. У человека появляются силы жить, появляется внутренний ресурс жить, помогать другим, строить жизненные планы. Вот если есть вот эти два момента, это говорит о том, что работа горя прожита и пройдена. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, ви вже теж зазначали такі фрази, які в жодному разі не можна говорити жінки, на кшталт «це природній відбір, це нормально», і от знову ж таки там дехто говорить, що це ж ще навіть не дитина була, всього лише зародок, або там ти не встигла до нього навіть прив'язатися, бо про малої часу прийшло. Які фрази в жодному разі не можна говорити жінці, яка пережила викидень, і взагалі от що не можна робити у цей період? Знаете, можно дать такую рекомендацию, если не знаешь, что сказать, лучше промолчать. Потому что словом можно задеть настолько глубоко, что человек еще больше погрузится в это состояние, в состояние какой-то депрессии и нежелания общаться с окружающими. То есть говорить нужно только тогда, когда ты понимаешь, о чем ты говоришь, когда ты понимаешь эту глубину. Потому что вот эти фразы, я еще раз повторюсь, я говорила в начале выступления, это просто какая-то вот дежурная такая фраза для того, чтобы обозначить, что я типа с тобой, но эта фраза ранит женщину, потому что она и так в состоянии горя, а тут она еще сталкивается с непониманием со стороны окружающих. Поэтому лучше тогда уже молчать. Если не знаешь, какие найти слова, либо говорить о том, что да, это горе, это действительно большая потеря, это трагедия, неважно, это неделя, две недели беременности, либо это 8-9 месяц, там 36-40 неделя, неважно. Неважно, там, родился ребенок мертвый, либо он прожил несколько дней, неважно, это горе. И это горе надо пережить. И мы справимся, у нас получится, мы с тобой, мы тебя поддержим. То есть вот эти фразы надо говорить, высказывать поддержку, чтобы человек понимал, что он не один. Потому что
пережить потерю ребенка – это очень больно и очень страшно. З приводу проблем у подружжя, які можуть виникнути, окрім розлучення, чи можуть бути якісь ще проблеми, як допомогти впоратися з цими проблемами? Ну, здесь нужно понимать, что чувство вины – это такая преобладающая эмоция, и каждый из членов семьи ощущает свою вину. И сложно сказать, кто ощущает ее больше. Безусловно, женщина винит себя, но муж тоже чувствует себя немножко виноватым в этом. И здесь, конечно, на этом этапе рекомендуется помощь специалиста, именно психолога, работающего с семейными парами. Потому что прохождение вот этого горя является достаточно серьезным испытанием для семьи, для мужчины и женщины. И, к большому сожалению, не все супруги с этим справляются. Иногда возникает желание просто расстаться. Поэтому если есть цель сохранить семью, если действительно люди любят друг друга и не хотят детей, то здесь нужна помощь специалиста, именно психолога, работающего с семьями. Ви говорите про те, що якщо пропрацювати горе разом з кваліфікованим психологом, то етап прийняття він рано чи пізно все ж таки наступить. А якщо це горе не пропрацювати, як це може відбитися на психологічному стані жінки? Ну, во-первых, я хотела бы сказать еще о сроках работы с горем. То есть тоже такой вопрос, который звучит часто, насколько это. Все зависит, конечно же, от ситуации, от восприятия этой ситуации самой женщины, то есть насколько это горе было для нее значимым. Зависит от ее защитных механизмов, психологических защит. И это может затянуться на год, на два, на три. Но самое главное, что женщина должна понимать, что ее задача выйти из этого состояния. Это может и за полгода произойти. То есть вот если говорят врачи, да, вот этот срок, через полгода можем планировать беременность. Женщина может и за полгода вернуться в состояние нормы. Если не работать, то опять-таки я уже произносила, еще раз повторюсь, если человек не прорабатывает горе, то происходит застревание на вот этих промежуточных стадиях, и у человека бесконечно то гнев, за что мне это, я этого не хотела, я этого не просила, я хотела по-другому, я хотела родить ребенка, я не согласна, я протестую. Потом идет какой-то торг. А что было бы, если я бы позже, а вот надо было, может, раньше, в чем я виновата, вот если бы было вот так. Потом идет депрессия, я какая-то не такая, я неправильная. То есть все это состояние отбирает огромное количество внутренних сил. Человек живет в бесконечном внутреннем конфликте. И для того, вместо того, чтобы жить, радоваться жизни, он всю свою энергию вынужден тратить на проживание вот этого негативного состояния. И закончится это, может закончиться, опять-таки, либо разводом, потому что не каждый супруг готов выдерживать вот такие перепады настроения своей жены, либо возникновение психосоматических заболеваний, либо онкозаболеваний. То есть, опять-таки, все зависит от ситуации в семье. Хорошо, если есть сильная поддержка, тогда женщине будет легче справиться. Если она один на один с этим горем, все отвернулись, то, конечно, состояние здоровья может ухудшиться. Возможно, возникновение реактивной депрессии. Это самая страшная депрессия, когда женщину начинают посещать суицидальные мысли. То есть для того, чтобы избежать вот этого состояния, нужно обязательно обратиться за помощью к психотерапевту либо к психиатру, для того, чтобы было назначено грамотное квалифицированное лечение. То есть вот эти риски надо учитывать и понимать, что прожить горе своими силами очень тяжело. И очень желательно обращаться за помощью именно к квалифицированным специалистам. Я вдячна вам за наше спілкування. Сподіваюся, що ваші слова стали для когось корисними і виявилися такою підтримкою в скрутну хвилину. Сьогодні говорили про горе, про викидень у жінок, які так і не почули довгоочікувана мама від свого малюка. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, психологиня Катерина Міллер. Ще раз вам дякуємо. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.